Всем привет, мои дорогие зрители! Я очень рада видеть вас на своем канале. Мы сейчас приехали в город Кунтани на набережную, которая называется Таелит. И мне очень захотелось взять вас с собой, показать вам это прекрасное место. Очень здесь спокойно, тихо, люди отдыхают. Сейчас у нас где-то 4:30, и солнышко уже садится. Вот оно, солнышко. В Израиле очень рано темнеет, особенно зимой. Где-то через 30 минут будет уже темно. Сейчас у нас середина зимы, вы можете видеть, как люди одеты. А собачка бежит ко мне. Привет, Барбос! Кто-то одет в курточках, кто-то с коротким рукавом. В частности, я сегодня одета в футболку, Андрей вон очень легко одет, потому что солнышко светит, припекает. Конечно же, в Израиле не всю зиму так тепло, бывают и достаточно холодные дни, но очень часто бывает зимой такая шикарная, прекрасная солнечная погода. Город Нетани имеет очень вытянутую форму и практически полностью расположена на берегу Средиземного моря. И вот эта улица Таелит расположена практически по всей длине города Нетани. Это улица для прогулок, здесь очень много гуляют семьи, выгуливают своих собачек. Очень много спортсменов тут бегают, занимаются спортом, фитнесом, просто отдыхают. В общем, улица для расслабления, для прогулок, для наслаждения прекрасным Средиземным морем. Очень тут много людей, которые просто на травке отдыхают. Даже можно встретить людей, которые спят на траве. Просто наслаждаются жизнью. В городе Нетани, помимо иврита, очень часто можно услышать русский и французский, потому что в этом городе живет очень-очень много русских и очень много французов. На Таелит везде стоят вот такие фонтанчики, где можно попить воды. В Израиле очень важно постоянно пить воду из-за климата. Солнышко уже садится, и на улице становится прохладно. Сейчас, наверное, одену курточку. Сейчас ровно 5 часов, и солнышко только-только село, начинает холодать, и мы сейчас идем по направлению к машине, чтобы ехать домой. Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя небольшая прогулочка. Надеюсь, вы зарядились прекрасным настроением и позитивом от этого чудесного места. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!